Скажу, что в Долбсе сейчас достаточно ветрено, моросил дождь и на разминке, и перед матчем. Самую поляну очень быстро высушит, и посмотрим, что же получится в итоге показать и у Белшины, и у Нивы. 88-м номером это выбор Дмитрия Мигаса, главного тренера Белшины, на эту встречу. Ну, у нас педантично дожидается сейчас Вадим Ленковский, главный арбитр из Минска, времени, да, в котором... Ну и пока у нас опасный выход, но как здорово Сокол выходит из ворота и в ногах у Дыбина мяч выбивает. А дальше удар из-за пределов штрафной. И мяч в сетке оказывается на 8-й минуте. Это Федорцов. Все-таки Сокол не успел вернуться в ворота. И Нива открывает счет в нашем матче. Вот это да. Вот это ошибка. Братнику по лицу досталось, его оппоненту по ногам. Атака продолжается. Федорцов 2-0! 12-я минута, и Нива удваивает свое преимущество. Тут уже никаких вопросов к арбитру Невчан, конечно, не будет. Хотя Федорцову там и по ногам зарядили в эпизоде. Но Дмитрий... И здесь хорошая передача на Дыбина в итоге проходит. Но Дыбин в окружении двоих. Смотрите, как здорово разобрался. Федорцов, захват на хитрик, удар. И есть хитрик. 18-я минута. Дмитрий Федорцов. 3 мяча. Кто этого парня сегодня вообще остановит? Остановит ли? Просто пока могильщиком Белшины выступает. Никому ничего не безразлично, друзья, уж поверьте. Может быть, картинка в полной мере не передает всего накала страстей. Удар Дыбина. Дыбин забивает в дальний угол. 4-0. Что творит Нива? 24-я минута. Что происходит в Долбезна? В матче лидеров. Вот это да! 4. При счете 3-0. Один гол от Квитати. Вот сейчас еще один момент у Саматоя. Есть, где мяч? И мяч закатывается в сетку. 29-я минута. 4-1. 5 голов вот уже в Долбезна. Вот сейчас вот еще это один да, момент у Саматоя. В игру здесь никаких повреждений нет. Замена не нужна. Ну и вот Голуб как раз простреливает. И как же не забивает сейчас Илья Сень. Вот замена это... вполне себе равноценная. Посмотрим, как войдет в эту игру Максим Гречиха. Других изменений нет в перерыве, но напомню, что они были. В первом тайме у нас забивает Илья Сень. Тем временем 46-я минута. И вот, пожалуйста, 4-2 на табло. И вот, пожалуйста, возвращение интриги вам. Быстрый гол из раздевалки пропускает Нива. Для 27-й минуты отличился Максим Саматой, который сумел там лучше всех распорядиться мячом в чужой штрафной. Ну а здесь Федорцов заходит на покер. И это снова скидка Павла Пампухи. Дмитрий Федорцов, 52-я минута. Нива возвращает себе задел. В 3 мяча. 5-2. Не успел я даже дорассказать развитие событий в нашей встрече. Илья Сень на 46. Ювелирно. Ну и Бальбух не хуже может, в общем-то. Потороча. Ух, какой голешник в девяточку. Вот это да. Валерий Потороча, супер удар, и 57-я минута снова нам довольно так лихо замахнулся, практически с головы снял мяч у Черткоева. Федорцов, пяточка, Дыбин, удар, и вот первый такой хороший по-настоящему сейв Владислава Дрозда, которого...